Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инста ТВ. В студии я, Анна Касаткина. Во вторник евро упал до двухнедельного минимума против окрепшего доллара после комментариев чиновников Федеральной резервной системы о том, что планы по повышению ставок в США в этом году сохраняются. Пара евро-доллар просела на 0,17% до отметки 1.1172, минимума с 9 сентября. Доллар получил поддержку после того, как главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и ФРБ Атланты Деннис Локхарт указали в отдельных комментариях, что американский регулятор по-прежнему склонен к повышению краткосрочных процентных ставок в текущем году. В настоящее время инвесторы ждут речь председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая может внести дополнительную ясность касательно принятого на прошлой неделе решения банка оставить процентные ставки на текущем уровне. Индекс доллара, который отражает курс американской валюты против корзины шести основных конкурентов, находится на прежнем уровне 96.15 после роста в понедельник на 0,66%. Евро до сих пор находится под давлением в связи с опасениями, что Европейский центральный банк может расширить программу монетарного стимулирования размером в 1 триллион евро после сокращения в начале этого месяца своего прогноза по росту экономики и инфляции. В среду рынок ждет публикация китайских производственных данных, а также данных по частному сектору еврозоны, чтобы получить свежие указания на состояние мировой экономики. Следите за дальнейшим развитием событий вместе с нами в следующем новостных выпусках на Инста ТВ.